Этот лучок у меня под зиму, чернушка. Вот она какая хорошенькая. Вот она. Это мне под зиму посажены, под зиму. Полностью грядка у меня посажена чернушки. Она хорошенькая, развивается очень даже хорошо. Вот мой урожай, который был посажен под зиму. Вот в короб. Из-за непогоды, из-за неурядиц, я считаю, что этот лучок как бы неплохой. Он получился разный. И вот такие головки, и мелкие. Не одинаковый в этом году получился. Ну, у меня вот с короба. Ну, здесь килограмма 2 будет у меня. Вот он, видите, какой разнобой идет чернушки. Вот. Здесь кармен вот у меня. Здесь вместе он такой вот с фиолетово-сиреневый такой сорт. Здесь бессоновский. Я, конечно, ассорти сделала, но я лучок знаю, какой кругленький он, одинцовец. Совсем по-другому, он длинненький такой. Ну, вот такой вот мой урожай, сохнет. Вот. Ну, килограмма 2 я собрала свой урожай. Но это с осени посажена была чернушка. Вот у меня перебранная чернушка, которая была посеяна. У меня... И посажена, как правильно, под осень. Вот оно, чернушечка. Это выборок маленький. Он хорошо для посева, особенно под зиму. Отличный урожай будет, хороший. Вот такой вот сорт. Вот. И кармен. Это у меня был посажен под зиму. Что весной рассады садила, еще зелененький стоит на огороде. Это вот чесночок из бульбочек маленьких, вот, чтобы не потерять сорт своего чеснока. Вот и будем мы по новой зубочке эти садить осенью, чтобы получить урожай на следующий год своего чеснока. Чтобы сорт не потерять, я вот обновляю всегда чесночок свой.